Она тогда слюни напускала. Ты его поломала. Сейчас по голове тебе на. Ксюша весит 32 килограмма. Напрыгались? Привет. Всем привет, всем привет. Что случилось? Всем здорово! Что ты кричишь? Маргарита. Ты что кричишь? Привет, ребятки, всем привет. Он загорает, лежит. Мадам с телефоном там. Зачем ты закрываешь? Она тебе ничего не даст. Ксюнь, зачем закрываешь? А, ты этот закрываешь, чтобы здесь было не грелось. Нормально же, хорошо, тепленький такой. Больно. Каролина там загорает, лежит. Вернее, она не загорает, она в тенечке лежит. Как дела? Хорошо? Бонни мячик гоняет. Вот такие вот у нас дела, ребят. Сегодня воскресенье. Выходной. Собаку не надо брызгать. Папа пришел. Будет нас фотографировать, наверное. Он камеру взял. Что сегодня дождик, наверное, к нам не придет. Обещали дождик, но дождика нет. Небо голубое-голубое. Ну, это даже к лучшему. Так что будем принимать солнечные ванны, а не дождевые. Ты мокрая, тебя кто намочил? Макс, зачем ты Бонни намочил? Мокрая вся, не надо. Смотри, она вытирается. Вытирается. Иди побегай на солнышке. Иди. Нет места для всех, еще принеси половичок. Ксюнь, шапку сними. Она в шортах, главное. Иди голову мой. У тебя из-за этого голова быстро жирная становится, знаешь, она потеет же, поэтому тебе нужно почти каждый день голову мыть. Мы кушаем мороженку, тут такое мороженое интересное. Очень вкусное. Strawberry cheesecake. Прикольное, я такое еще не пробовала. С чизкейком и с клубничкой. Прикольненькое такое. Прям вон чизкейк там есть. Давай, иди мойся. Бонь, тебе тоже чизкейк дать? Бонь. Мама, смотри, какой у меня синяк. Маргарита синяки, да. Это все из-за батута. Мама, три! А, давай, поднимайся. Опа! Молодец. Бонь, где папа? Где папа? Ну-ка. Как ты папу любишь? Покажи. Как ты папу любишь? Как ты папу любишь? Вот так она папку любит. Он больше никого не любит, она только папку любит. Ahora sí no vas a poder más. Ждет, думает, что же ей перепадет. Папку, она любит папку. Как ты просишь? Проси, 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 как ты просишь. Вот так, проси, проси, проси. Как ты просишь? Ну-ка, вот так, вот так, вот так она просит. Веришь? Вот так, вот так. Она сразу начинает лапкой так. Проси. Мама, si quieres. Только, si quieres, то tienes que pedir. Pide, pide. Что ты делаешь? Ты водичку пьешь? Это собака там пила, Маргарита. Она тогда слюни напускала. Там собака пила, она после собаки там пузыри пускает. Ничего она не просит, она просит, чтобы ее отпустила уже. Она сейчас даст тебе куси. Это ты просишь кусь от нее, наверное, скорее всего. Что, вкусная водичка? Нет. Нет? Смотри! Папи! Папа залип. Ты поплыла? Да. Ну давай, плыви. Папи! Далеко не заплывай. Как водичка, тепленькая? Нет. Холодная? Угу. Ты что, вытираешься, да, об травку? Так, давай, вытирайся, вытирайся. Вот так, подушечку надо повытираться, да? Она уже тебя боится. Жарко. Мордашку тебе намочить надо вот так вот.
Это как намочить мордашечку. Это как ты. Папи, аки, но аки. Мамка. Это ты сломала. Тебе сейчас. Помогите. Ай, мама. Давай делай. Да. Мама. Маргарита. Все, поломайте. Дай сюда. Как так можно было зонт поломать? Как мы теперь будем загорать, смотрите? А как можно загорать зонт? Ты чё? Ну, то есть это, как... Как мы сейчас будем... Я хотела сказать, как мы будем от солнышка прятаться? Иди давай делай зонт. Делай. Ты его поломала. Смотри, он сложился весь. Смотри. Чего тебе понятно? Мастер, фломастер. Подожди, мне нужно... Что вот тебе нужно? Это поддержит. Подержу я. Да, но другие две-то поломанные. Вот они... так. Они не держат, видишь? Что это такое? Их нужно сделать или скотчем, или проволокой завязать. Поняла? Ладно, все. Проволоку папы спроси. Смотри. Вот так вот. О, все. Пускай так будет. Потом нужно проволокой замотать. Вот они висят. Видишь, болтаются, палочки поломались. У нас папа сегодня готовит. Все, ты что делаешь? Папа готовит. Сейчас папа наготовит нам. Он готовит редко, но метко. Редко, но... вкусно, наверное. Да? Спец сейчас найдет всякие специи. Не знаю, что это такое, но он, в общем, все, что есть. Все специи, которые там есть, все бери. Все по чуть-чуть. Все, хватит. Смотри, лимончики у него тут валяются. Только не надо. Он сейчас точно все добавит. Лимончиком намажет. Ксюш, ты что, с ума сошла? А если поломаешь дно? Сейчас по голове тебе на. Ксюш, там дышать нечем будет. Делать нечего ребенку. Ну вот, вот я тебе что и говорила. Давай, выходи. Ну он, кто-нибудь забудет, сверху сядет и все. Сейчас зальем сливками. Сейчас папа наготовит точно. Да? Все, погодка испортилась. Дождь идет? Дождик идет уже. Позагорали. Ты в шортах, что ли, еще? В платье, в шортах. Палочку кидай, она будет за палочкой бегать. Давай, кидай. Что? Тебе не холодно, зато в сапогах. В шортах, но в сапогах. Пойдемте кушать сейчас будем. Не вылети там через сетку, а? Готово. Индюшка.
А выглядит ничего так? Не знаю, вкусно или нет. KFC закрыто. KFC лучше. И Макдональдс тоже закрыт. KFC лучше. Какая грудка. Картошечка тоже вроде готова. Мы поели, поужинали. Давай теперь оценочки будем ставить папе. Ты вам усадар пунтус. Нет, и 5 из 5. Ой. 5 из 5. Ну? То есть по 5 баллов. Да, по 5-бальной шкале. Да. Сколько папе дадим? Я даю 4. Почему? Потому... Потому что... Quanto el máximo? 5. И я тогда 4. 4? Угу. Почему? Говори. Porque no era salado, потому что... Я даже не дала 5. Папа говорит, останешься без телефона. Бонни, ты сколько Бонни ставишь? Бонни, миллиард 6. Все 100 она даст. Давай, Ксюша. А? Ты кушала? Да, но курочка не очень нравится. Мне курочка не нравится. А, ну вообще, папе, за работу сколько поставишь? Ну, за работу, за труд. За работу 4. Почему? Плохо поработал? Нет, ну, оно красиво, значит. А, ну, Ксюша. А, тебе сливки не нравятся? Так. Каролина там... Салат 5. Салат я делала. А сколько даешь? Я даю папе тоже 4. Почему? Ну, потому что недосоленая. Курица недосоленая, картошка недосоленая, а все... За... Вот брокколи вообще прям, брокколи 5. La papa se estaba en un punto, solo que ustedes tienen... Да, просто немножко недосоленая. Su boca, su disgustación no es tan fina como para mis alimentos. Все вкусно было. Это muy rico, Leo. Все супер. Вкусно было, вкусно, вкусно. Папа у нас не очень умеет готовить, но это вообще, в общем, вообще, это вышло супер вкусно. Просто соли не хватает, а так все замечательно. Видите, все съели мы. Только лимончики там плавают, а так все съели. Молодец. Салатик мой тоже съели. Боча, pero si no hay más. Все. Бонни тоже понравилось, между прочим. Вон она как виляет хвостиком своим, попкой. Ай, куда ей такой кусок курицы? Бонни! Так, готовы к завтрашнему дню? Да. Уроки какие завтра? И у меня завтра математика, потом немецкий, математика. Потом надо отнести вещи, принести, а потом ничего не знаю. И английский в обед. Ух ты. А у тебя, Маргарита? Какие уроки завтра? Что, какие уроки? Да. Не знаешь? Ну, это завтра посмотреть. Сначала у меня в 9:30. У меня эти онлайн уроки. А потом, я не знаю, надо посмотреть. Угу. Скажу тогда. И хорошо. Давай собаку выгуливай. Тебе тоже хорошо. Ты не должна идти работать. Да, а дома мама не работает. Ну, это... Угу. Вот мне было бы хорошо, если бы я ничего этого не делала бы. Не убирала, не стирала, не готовила. Вот тогда хорошо. А так, я же работаю. Считай, это моя работа. А кто за меня будет делать? Что вы будете кушать? Одежду чистую как вы будете носить? М? Убирать кто будет? Ну, это вам и моя работа. Ты слушаешь, да, я послушаю. Хоть послушаем, что за музычка у тебя там. Ямы, 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 ямы. Жень, ты что, зафигела, да? Во сколько вас разбудит завтра? 7:30. Я поставлю будильник. 7:30. Зачем 7:30? У тебя во сколько начинается учеба? Вообще-то 8, ну чтобы, потому что я очень долго делаю. У меня 8. Мне в 7:30. А меня в 10 разбудите? Я в 10. Я уйду. Я в 10 хочу спать. Хорошо? Это Макс. А почему он так сделал? Он сидит так на улице. Все, давайте, Макси. Щетка зубная Макса. Иди поймайте Макса. Вот, давай. Быстрее, Макс. Интересно, он спит с кофтой и с рукавами, но и в шортах. В шортах. Лови его быстрей. Yeah. Все, притащили. Давайте, все. Ух ты, ой. Тяжелый? Да. Держите ваш. Я, пока я сижу, лента, как мы тебя увидим?
Нет. Чисть зубки, давай. Сам чисть. Как ты чистишь сам? Устала? Завтра обязательно бровь дорисуем. У Маргариты был урок один раз по видео, и учительница заметила, что у нее бровь сбрита. Полброви нет. И она говорит: Маргарита, а что с твоими бровями? Маргарита такая: не знаю. А что-то не призналась. Что-то видео снимала. Она уже чистила. Мама, надо же полоскать. Ну, полоскай ты. А, Каролина? Это Вера. Тихо, тихо, весы не урони. Я не стеклянные. Вижу, сколько я вижу. 5 килограмм. Ой, у меня 24. Что? Чего, 24? Да прям. А, Каролина? А я 31. Ксюша весит 32 килограмма. Как, если она там была 31? 32. Маргарита 39. Почти 40. 32 и 39. Кто бросает свои? Ты. Давай, идите. Все, спокойной ночи. Там я весила 33. А, здесь ты весишь 33, там ты весишь 32, а в своей комнате вообще 30. Так, девочки, ладно, все, спокойной ночи. Спокойной ночи. Я перепутала что-то и не поняла. У вас что, 24 часа меняемся комнатами? Вроде нет. А там кто? Всем пока. Пока! Все, пока, спокойной ночи. Иди к себе в комнату быстро. Все, иди. Это моя Жанет в комнате. Нет, давай. У тебя там своя Жанет. У тебя там своя в аквариуме. Все, спокойной ночи.